Третий руководитель за последние полтора месяца, генеральным директором МП «Единый центр муниципального заказа» стал Александр Банцекин, сообщает городской департамент кадровой политики. Постановление о его назначении подписал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Сообщается, что Александр Банцекин уже приступил к работе в новой должности с 17 декабря. Известно, что до 2011 года он занимался организацией розничной торговли, а также закупкой и продажей в коммерческих компаниях. После он работал в ГКУ Нижегородского области агентству по развитию производства, кооперации и конкуренции. Напомню, проблемы с руководством ЕЦМЗ начались еще в октябре 2019 года, когда в школе номер 47 произошло массовое отравление детей. 31 октября из-за общественного резонанса свой пост покинул Владимир Жмакин. Анастасия Рябова, Время новостей.